друзья. Я думаю, что здесь все друзья. Дорогая Лидия Петровна, мне не хочется говорить высокопарных слов. Все, что я не скажу, все равно будет мало. Я просто от себя. Мне очень не хватает сегодня этого человека. Просто постоять иногда и помолчать рядом. Потому что это спокойствие, это сила, это мощь, это правда, это честность, это совесть. И какое счастье хотя бы немножко соприкоснуться с этим великим гражданином России и мира. Спасибо. Благодарю Владимира Бучина и Андрея Рашаляева, тоже вам благодарю за сегодняшнюю вечер. Спасибо большое.